Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня мое обращение будет, как всегда, к вам. У нас практически не осталось средств на питание. Я и так стараюсь как можно реже к вам обращаться именно по поводу питания, потому что очень много моих обращений вызвано именно в адрес поломанных, сломанных, сбитых детей, поэтому не всегда мне легко обратиться к вам с просьбой помочь нам с питанием. Очень много сейчас берут щенки, щенки чувствуют себя превосходно. В субботу я буду уже делать им, ставить первые прививочки. Девочка наша, вот видите, нас 4, нам очень удивительная история. Мне позвонили с центра города, что под дождем лежит, мокнет щенок с 8 утра до 12 вечера. Дня она лежала, и все проходили мимо. И я сказала, везите. Девочку назвали Кристи, кристально чистая. Ребенок очень похож на пацанов, и я говорю, Господь у нас забрал ихнюю сестренку, но отдал нам вот это вот Кристи. Кристи приехала ко мне, мы думали, у нее воспаление, но как оказалось, что Кристи болела пироплазмозом. За ночь она вся пожелтела, но опять вовремя купленные дорогие лекарства, капельницы и все уколы. Девочка сейчас чувствует себя достаточно очень хорошо. Дружит с мальчиками. В общем, детишки пока у меня. Приют, конечно, как всегда, на мне. Вот. Моя под такая большая дружная семья. Все очень сильно подорожало. Курицу, я еще раз говорю, брала по 66 рублей. Сейчас самая дешевая – это 105. Гречка была 40. Сейчас в нашем городе она 87,90. То есть все выросло почти в два раза. Если раньше у меня уходило на питание 4 тысячи, я вкладывалась вместе с бездомными. Сейчас практически каждый день на 130 собак, это получается район от 8 до 10 тысяч. Да, нам сложно. Мы сложно выживаем. Последнюю вот эту неделю вообще оптовые склады все пустые. У меня только 5 часов времени каждый день уходит на то, чтобы купить зайкам что-то покушать в приют. Моя такая большая дружная семья. Прошу вас, помогите нам питаться и жить, кушать. Обращаюсь к вам с просьбой помочь нам собрать финансовые средства на питание зайкам. Мы на грани выживания. Вы все видите карты, карты практически пустые. Моя такая большая дружная семья. Я знаю, что вы всегда откликаетесь, всегда помогаете. И, как всегда, в очередной раз я очень надеюсь на вас и на вашу помощь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.